Orthodoxen sind ganz ähnlich wie unsere, besonders beim Messer. Also hier beim Altar, sie sind, machen das nur ohne Musik. Эфиопия, третий Египет, чьи друзья, римляне, протесты, да наказали верующих в мир. Тогда мы делаем крест татуировки с правой руки сразу при разделе. Крест узнали старые верующие походки и разделили с этим мир. Странно, что вы видите индиакова. Индиакова у них крест здесь до сих пор. Почему? Они не буддисты, нет? Апостол Фомаль верующий в имя. Здесь крещение, крестец в Египте, Марк. Die andere sieht so, also ganz normal. So, die griechisch-orthodoxen sind die näheste zu unserer koptischen orthodoxen Kirche. Ich bin Moni. После 7 века все согласны на сокрещение православие. У нас есть система тайницы, обращение, исповедятся, причащаются, венчание, мириточек, по священник праздников. Всегда с одной Мария Рождества будут на церкви крещения пас освобождающий. Раз в Библии, раз в Англии, когда 28 лет. Ну, арабы в Египте пришли со всем уважением, больше 40 нашей эры. А раньше из них знал в Египте. И у них вот такой демократии сегодня 700 юней, 20 юней крестьян. Чего вы вместе в Египте? Сейчас подключим, что вы знаете. Ваша жизнь. Сколько человек сделал за 2 года? 2 человека. Египтяне есть 17 помощников. Здесь за 2 года. Вы точно знаете, с кем выдувался храм, первый храм. Ну, в Израиле, Соломон. Да, третий храм Соломон. Да. И вот оздоблення все зроблено из ворот. О, как написано в Библии, да? Да, ворот. Да. Написал, да? Ну там же, вы знаете, какие золото, по там было золото, 600 тонн золота там. Но здесь не золото, это газ. Не, я понимаю, но там, в том храме, да, храм, 600 тонн. Да, храм. Но давно золото не очень. Сейчас я вам покажу этот красочки расписан, только поверните глава и посмотрите, пожалуйста, последний иллюстрий. Там самое здание сверху слева, но если более голи, мужчина и женщина, куча фрукты, видно? Где жирафы половины лесой? Там это история Адам и Ева. И вокруг нас 3-4 картинки. С этими точно дикий была мужчина синий рядом и строим корабль. Вспомните, кто он? Спасибо. Ной, Ной в ковчег. Вот нижний слева за блатком Авраам и Сару, и направо фараон это Иосиф и его 11 братьев. И умер Иосиф, и после его братьев 300 лет родился Моисей, следующая история, книга, схода, числа, левый, первый закон. И половина еще вот рядом, справа налево, прямо здесь. Присаживайся еще раз и посмотрите, пожалуйста. Моисей в картинку, будучи фараоном, вошла его истинно. Моисей увидел неопалимый купинатор новой кости. Когда мы знали, что это дерево до сих пор живой, зеленый на 3,5 тысячи лет, находится в Святой Екатерине монастыре, отсюда только 2 часа. Дерево живое всегда в летом зуб. Моисей посох его удалили там, где красный море, и за него сделать тянет на мужчине. Это вот такой начал имя. Они кричал: Господи, откуда вы захватываете пустыню наши дети уречи? И неинтересно, заходи к этим богам. Там Моисей на его посох увидит такой вода. И чистая вода пришла. Скажу вам, истинная вода есть. Там битвин мужумане, а где вы были, они разрешили все крестить. Против положения стена справа налево. Вспомните, кто там молодой человек, который на пращах и подшил войны будут взглядать. Ja, was die kleinen Fehler zum Beispiel. Also hier zum Beispiel ist der König David. Und David war nicht so groß beim Körper, wie er schon hier gemalt. Und auch beim Altier ist ein sehr großes Fuß. Also gibt es manche Fehler, weil es Hand gemacht. Aber für die Ehrlichkeit ist eine von den schönsten, finde ich. Nee, sie sagen uns nicht, wie viel kostet. Ну, спекулируй, я хочу показать эти примечки. Ничего не понял, посмотрите на спину. Авраам там нашел баран, и принесли, убивали, сказал, сейчас кровь. Агнец это кровь мысли, кровь за кровь, жертвы принесли. Давайте ваше место. Зачем Бог не брал мне баран? Я шнуда, да? А почему вы нам назвали овцы Божьи, а не коровы и Божьи, верховые Божьи, это вы им нажимаете? Смотрите с него сторону, ради совязки. كلفت كم الكنيسة؟ ما حدش عارف. حدش عارف.
Sie wissen nicht. Wobei, ich will Filme, die ich mit dir reden muss. لا ده اما شوف بعد كده تعالى ده قدام خلص خلص وات اجنس بس بقيت في الشهر النوكتور ديتس في ياسني مسو برا ديتس يسوس في ياسني 30 دي بوست его рождения يوم كريستيتي بيوتاني كدا увид يسوس он громкий позвал народ уже и сказал мои израильтяне идите сюда ко мне посмотрите перед вами нашел Мессия Христос агнец Божий вот истинно параллель Божий Я думаю, что все женщины sind überall die gleiche. Sie können auch die Männer etwas ändern. Идите, обращайте внимание. Иоанн нам показывает, что это агнец, чисто животное, с подзываем ветхом завитками, кровь за кровь, животное жертва. Это только прообраз Иисуса. Когда пришел Иисус, нельзя получить жертву. И пример, который Бог хотел показывать, пример Авраам, как Авраам ради Господь хочет жертву один из сыновей, Бог ради нас может жертву Христа. А целиком о нем жизни учения чудеса. Хотите прямо сейчас увидеть реальные чудеса? Вот это. Смотрите, там, где упала женщина в красном одежде, все были пальцами наказать. Нашли? Женщина в месте преступления, завтра придет дьявол. Почувствовали? На 2000 лет назад, кто решает закон, например, родных, старших детей, прошу прощения, что это Авраам случилось. На примере, кто бы это был, Зуб за зуб, глаза, ух за ух, камнями до смерти. А сегодня, когда люди камнями до смерти, никто не просит. Знаете почему? Фарисеи книжки привели к нему женщину, поймали и сказали, если ты правда Мессия, Моисей в закон заповеден нам такой-то женщины, казнить убивайте ее до смерти. А ты, Иисус, ты что скажешь, как ты спаси нас, покажите учение чудеса. Смотрите, как он спаси нас. Иисус посмотрит народ, сказал, мои израильтяне, я люблю вас и не люблю ваши грехи. Не пришел, чтобы я объять и убить это другое. От вас не спрошу жертвы или пожертвования. Я спрошу вам истинно, читайте ли Бог. Как возможно убить Бог, который не увидит и не увидит другой? Сейчас истинно убить другой, другой, другой. Но кто у вас говорит, да? Я это все говорит, да? Тяжело забыли Бог, да? Первый раз на потрате человек человек взял шанс сказать на чем-то. Если сказал женщина сюда, а где ты обвинители, никого не осудит тебя, отвечала ли ты, Господь, ушли. Если сказал за каждым человек, женщина, не осуждаю тебе, но иди и больше не греши. Не помню. Чувствует этот заповедь сегодня любовь, кается, если у меня грех. Я скажу, прости меня, Господи, но думайте, если он не нам простит. Сказал, нельзя, как раньше, грешник возьмет, то смерть. А сколько человек осталось? Вы думаете, мы христи, Господь, не богатый, я же везде в мире, встречаем 24 часа. Сегодня кто платит за эту новую жизнь, но мы никто. Бог подарит. А если я богатый, скажу, Бог, нельзя завтра покупать новый день, сколько могу платить? Куда могу дойти? Но если я спрошу, кальция, бесплатно или платно? Бесплатно, молиться хочешь, а если все бесплатно? Тогда истинно бесплатно умри, что за 30 рублей. Сказал, ты недалеко, сегодня будешь со мной. Мы недалеко. А я думаю, что вот это называется чудо. День.